Любой садовод, цветовод и дачник скажет вам, что подкормка растений – одна из самых важнейших операций по выращиванию любой культуры и цветка. Для этого вы можете как изготовить натуральные удобрения, так и приобрести специализированные покупные препараты. В сегодняшнем видео мы рассмотрим несколько производителей подкормок комнатных растений и приведем свои рекомендации касательно их выбора. Итак, давайте разберемся, удобрения каких производителей являются наиболее качественными. В данном случае сразу отметим, что поздней осенью и в зимний период большинство растений входят в состояние покоя, поэтому в это время внесение любых удобрений противопоказано. Исключением являются фиалки и пуансетии. Первый из производителей E-Alpha, компания представляет на выбор большое количество средств индивидуально под каждое комнатное растение, которые помогут запустить процесс цветения гораздо быстрее прочих. Не менее популярным производителем является BioMaster. Препараты данной фирмы выпускаются в основном в жидком виде, а их стоимость варьируется от 100 до 150 рублей. Существует уникальная подкормка, выпускаемая компанией Florist Micro. Ее уникальность заключается в абсолютной универсальности, ведь такое удобрение подойдет практически любому комнатному растению благодаря содержанию в нем огромного количества полезных веществ и элементов. Применяя препараты приведенных производителей, вы никогда не разочаруетесь в приобретенном средстве, и ваши деньги пойдут исключительно на благо выращиваемых растений.